Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 37-го тура АПЛ Тоттенхэм-Астон Вилла. Встречаются 6-я и 11-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют нет и поровну на тотал меньше больше. Последние 6 очных матчей выиграл Тоттенхэм. В последних 6 очных матчах Тоттенхэм забивал Астон Вилле не менее 2 голов. Статистика команд. Тоттенхэм в последних 10 матчах никогда не играл одинаково 2 матча подряд. Тоттенхэм выиграл последние 3 домашние матча, последние 2 в сухую. Астон Вилла без побед в 3 последних матчах. Астон Вилла последние 3 выезда отыграла на тотал больше и последние 4 выезда на обе забьют «да». В минувшем туре Тоттенхэм выиграл 2-0 у Вулверхэмптона. Хозяева были куда как более заряжены на победу, и волкам сильно повезло, что они пропустили только 2 гола. Запросто могли получить 4 или 5-0. Астон Вилла проиграла Кристал Пэлас 2-3. Гости дважды по ходу матча вели в счете, но не только не удержали победу, но даже не добились ничьей. Можно говорить, конечно же, о некой доле везения для Пэлас, ведь второй и третий голы случились в результате рикошетов и удачных отскоков. Очный матч первого круга выиграл Тоттенхэм 2-0. Сейчас шпоры еще сохраняют шансы на зону Еврокубков. Астон Вилла доигрывает сезон без каких-либо турнирных задач. В очных матчах соперники в последнее время не играют длинных серий, максимум 2 матча. Игра первого круга была низовой и нулевой, но на поле Тоттенхэма в последних матчах чередуются победы Тоттенхэма на 3-1 и игры на 1 или 2-0. Предыдущая очная игра в Лондоне была на 3-1, по статистике должен бы проскочить низовой и нулевой матч. Однако последние 2 текущие домашние матча шпоры выиграли на 4-0 и 2-0. Никогда в этом сезоне Тоттенхэм не побеждал в 3 домашних матчах подряд в сухую. Также у Тоттенхэма идет серия из 3 домашних побед к ряду. Никогда в этом сезоне Тоттенхэм не выигрывал 4 домашних матча подряд. Астон Вилла без побед в 3 последних текущих матчах, но при этом выездные игры проводят результативно. Буки ожидаемо ставят фаворитами хозяев на этот матч, которым победа вроде бы как нужно больше. Да и в хорошей форме сейчас идет Тоттенхэм. Но тут уже по закону подлости хозяева могут этот матч и не выиграть. Дело в том, что 6 очных побед подряд в очных матчах – это достаточно серьезный аргумент для того, чтобы усомниться в 7-й подряд победе, когда нет явного фаворита. Тут уже запросто может вмешаться случай, а может и не вмешаться. Астон Вилла выездные матчи проводит бодренько. Тоттенхэм давно не пропускал на своем поле и играет результативно. В норме здесь можно говорить о базовом счете 2-1, но и потенциальные 1-2 не станут большой неожиданностью, как и результативная ничья 1-1 или 2-2. Из связки ставок тотал больше обе забьют «да» победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют «да» 1.70, на тотал больше 1.65, на победу хозяев 1.58. Как для такой игры коэффициент 1.58 на победу хозяев будет маловат. Варианты с тотал больше и обе забьют «да» имеют почти одинаковые коэффициенты, но поскольку 1-1 здесь будет более вероятен, чем 3-0, то скорее всего, если будет тотал больше, то будет и обе забьют «да». Поэтому выгоднее взять обе забьют «да», который имеет и коэффициент повыше. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!